Привет, YouTube, привет подписчикам, зрителям канала TechniX Reviews. Сегодня краткий обзор сухого горючего, или, как это говорят, сухого спирта, или по-украински написано пальне сухе. Это все сухое горючее, которое представлено здесь на столики, оно все отечественного производства, то есть украинское. Вот рассмотрим первое. Упаковка пластиковая, туба. Здесь стоит поролоновый прижимчик для того, чтобы оно не телепалось. Круглые таблетки. И что видно на упаковке. Пальне сухие, то есть сухое горючее. 9 таблеток экологически чистое горение. Повышенная энергетика. Предназначена для разжигания древесного угля, костра в качестве горючего для фондю, приготовления еды в походе, для использования в быту. Способ применения. Положить таблетку горючего на огнеустойчивую подставку и поджечь. При необходимости подкладывать новые таблетки. Беречь от огня, беречь от детей. 9 таблеток, масса нетто 60 граммов, плюс-минус 6 граммов. Срок пригодности не ограничен. Сохранять в закрытых помещениях с влажностью не более 75%. Производитель предприятия Бион ЛТД, улица Маршала Конева, Харьков. Также указан адрес www.bionharkov.ua. Вот. То есть вот такое вот горючее. Можем посмотреть, что с собой представляет сама таблетка. То есть вот абсолютно гладкая матовая таблетка без запаха. Вот, то есть вот такое горючее мы рассмотрели. Следующее — это экологически чистое горение, увеличенная мощность, сухое горючее. Беречь от огня. Беречь от огня. Пальне сухе. И на нижней стороне упаковки читаем: продукция защищена патентом Украины номер 25198. Предназначена для разжигания костров, примусов, приготовления еды в походных условиях, для работы в лабораториях. Способ применения. Положить таблетку на огнестойкую поверхность и поджечь. При необходимости добавлять таблетки. Здесь упаковка содержит 8 таблеток. Масса 60 плюс-минус 60 граммов. Харьков, предприятие Бион. Вот как интересно получается. Предприятие Бион сделало 9 таблеток общей массой 60 граммов и 8 таблеток тоже общей массой 60 граммов. Разрешено Минздравом. Сохранять при относительной влажности не более 75%. Изготовлено в августе 2014 года. Срок годности не ограничен. Ну и теперь остается, конечно, нам увидеть эту
таблетку, и у меня очень сильно руки чешутся сравнить ее с той таблеткой, которая, получается, должна быть меньше по весу. Так, диаметр таблеток одинаковый. И толщина таблеток одинаковая. Но по весу, как бы, действительно, вот эта таблетка тяжелее. Та, которых 8. И она по цвету несколько отличается. То есть она имеет чуть желтоватый оттенок. Это таблетка, которая вот из такой упаковки. Она имеет желтоватый оттенок. А таблетка, которая из пластиковой тубы, она абсолютно снежно-белая. И у нас осталось в обзоре третий вид сухого горючего. Это вот такое сухое горючее — Феникс. 140 минут экологически чистого горения. Ну, это, вероятно, имеется в виду вся упаковка. Новое качество. 9 таблеток с повышенной энергетикой. Огонь жизни в любых условиях. Ну, это девиз, я так понимаю, фирмы. Горючее сухое Феникс. Заменяет газ и электричество. Беречь от огня, берегти від вогню. То есть на русском и на украинском языке. Штрих-код 48, то есть украинский. И вот здесь вот на нижней стороне можно что-то почитать. Назначение: для приготовления пищи в походных условиях, для разжигания костров, для работы в лабораториях, для бытовых целей. И то же самое на украинском языке. Призначение: для приготовления ежи в похидных умовах, для распаливания вогнищ, для работы в лабораториях, для побутовых целей. Также способ применения. По-русски: положить таблетку горючего Феникс на несгораемую подставку и поджечь, при необходимости подкладывать новые таблетки. И по-украински: способ використання: покласти таблетку пального Феникс на негорючу підставку та підпалити, при необхідності підкладати нові таблетки. Далі. Сохранять в закрытых помещениях при относительной влажности не более 75%. Срок хранения не ограничен. ТУ указано. Защищено патентом фирма Бион, также маршала Конева. То есть одна и та же фирма выпускает три вида сухого горючего, которое вот представлено сегодня. И, кстати, что еще интересно, 8 есть, масса указана 80 граммов плюс-минус 8 граммов. И также указано Бион, Харьков, UA, адрес электронный, ну и плюс там есть и телефон, и все остальное. Вот. Таблетка белого цвета, похожа на ту, которая упакована в пластиковой тубе. Вот. Ну, собственно, и все то, что я хотел сегодня по сухому горючему вам представить. Подписывайтесь на мой канал и будете всегда в курсе обновлений, новых обзоров, новых самоделок и всего, чем я занимаюсь и что я снимаю для того, чтобы показать своим зрителям и чем поделиться с моими зрителями. На сегодня все. Пока-пока.